В Москве продолжается суперфинал чемпионата России по шахматам. По итогам понедельника в лидерах Сергей Корякин и Полина Шувалова. Корякин в третьем туре победил черными фигурами Никиту Витюгова и опережает на полочка Яна Непомнящего, Владимира Федосеева и Максима Чигаева. С последним он встретится сегодня. В женском турнире Шувалова остается единственной участницей, которая идет пока без потерь. После победы над Александрой Костенюк у нее 3 очка из 3, и она на 1 очко опережает группу из 5 преследовательниц.